Всем здорово, ребят. Ну что, мы на аккаунте Шпротища. Не знаю, сейчас будем. Я решил отдельным видосом записать. Наверное, будем ржать. Не знаю. В общем, забрал я плюхи ему тоже. Вот такие вот плюхи. Я надеюсь, это будет четенький видосик. Сундучки, ну, все как обычно. Поехали сразу же. Посмотрим, что он, где он и как он. Как гильдии просто не загрузился. Сейчас я перезайду. Посмотрим, где плавают шпроты на русском сервере. Так, находится он в гильдии Орден ДВ. Кидайте заявочки, вступайте. WhatsApp на экране, русский Android сервер. Мы поехали смотреть шпрота. О, шпрот донат. Ужас, это просто ужасно. Такс, что там, что-то новое добавилось? Не, ничего нету. Зимние радости надо зайти забрать ему. А тут еще 35 минут. Что-то он хотел меня выкинуть с аккаунта. Так, подарки тут. Ну, это такое все. Там сейчас самое интересное посмотреть. Так, понятно все. Что таки не пришли плюхи. Магия бесплатная. Шпрот, ты мне должен 5-й сундук теперь. А, так, забираем плюшечки. Идем с вами посмотрим аккаунт. Кого не хватает? Что у него тут недостающих? Фобоса нет, нифига себе. Фобушка, кровавая Мэри, Зефир, Дуэлянт. Это понятно, этих две последних. Барт, Свален, нифига себе, Дама Холода, Хладный, Скиталец, Фрэнк. Шпрот, ты что-то странный у тебя аккаунт. Ну что, поехали. Главное, он сказал, не ржать. Смотрим. Так, ну нормас, что ржать? Нормально, нормально. Ну, относительно нормально. Нормас, нормас. Чё не ржать? Нормальные герои. Стрелок. Ну, ИСО, старая прокачка. Все вроде good. Варлок с БВшкой, хардкор. Нормальные прокачки. БВшки. Подумаешь. Герой из прошлого. Пластик. Да все good. Я думал, тут сейчас зайду, тут прям мега-мега вау, что-то какой-то трэш будет. Уже он сколько коробок мог давным-давно поменять замедление. О, начался трэш. Старенькие добрые прокачки. Ладно. Сразу видно, знаете, что аккаунт еще с тех вот времен. Так. Ну, я скажу нормально. Для игры хватает более чем достаточно. Что было переживать, я не знаю. Максимум, что я могу, это слить тебе аккаунт. И все. Так, окей, поехали, будем выбивать. Горящий остров. Ему, кстати, не хватает зефира. Я посмотрим, что мы сможем словить по осколкам. А зефир нам нифига не падает. Шпротом просто тупо не везет. Че это за фигня? Блин, че это за прикол? Что чувство? Что это за хрень? Блин,
Это какой-то реально трэш, ребят. Где хотя бы один осколок? Да, вот он не зря говорил, что ему на аккаунте на осколке вот просто жесть. 3 осколка, офигеть просто, 124. Не, ну как дальше жить? Не, еще подогнали 3, уже 6. Ну как-то оно попроще будет. Целых 6 осколков за 200 пыли. Просто трэш. Я в шоке. Еще и места не хватило. Осталась у нас одна попыточка. Такс. Ну, печально. Очень печально. Реально очень печально. Я не знаю, как же быть. Как ему дальше жить на этом аккаунте? Жизнь боль. Он еще посмотрит на это все. Скажет, айма. Чик, забрали. Ну, писец. Одним словом, реально писец. Даже этих эмблем упало меньше. Жестко. Ну, а теперь, что, теперь только вариант сливать героев. Ничего не поменялось, ничего не добавилось. А, давайте попробуем паролить. И то у него тут самики есть. Короче, сливаем ему самоцветы. Нафига ж проту самоцвета? Вот реально, я ждал этого момента, когда я смогу зайти к нему на аккаунт и реально нормально паролить, выбить каких-то недостающих героев. Такс, ну что, скиталец, фрэнк, дама холода, барда, понятно, свалил. Антомания убил, зефир тоже, бабушка. Ну что, дамы и господа, поехали. Князь тыква. Не знаю, какой шанс. Землеройка, нифига себе. Паладин, командора Седна, Имка, Дракас, блин, я ему самых топовых героев, походу, сейчас выбиваю. Рифит. Это топчик. Одна имба лучше другой. Варлок. Еще одна седна, череп, паладин, РТшка. Да ладно. Ну, прости, Шпрот, слил я тебе самоцвета, но я, в принципе, думаю, это не страшно. Так, рулетка удачи. Поехали. Смотрим, что у нас здесь. Что мы здесь можем интересного затащить. Кстати, надо посмотреть, что в узкой на рулетке. Так, с императорская кузница. Мы тоже нифига не вытащим. Подтвердить. Опка не удалась. Кто бы сомневался. Можем забрать, как странно. Ну хоть на коллекционере хоть что-то собрали. Ладно, его, кстати, тоже не выбили, но это все фигня, ребят. Чушпрот, поздравляю, теперь у тебя есть кайфовые герои. Я думаю, многие не знают, что это за фигня, откуда взялись эти эмблемы, руны, но сейчас вы все поймете. Я перед тем, как снимать видос, забрал ему получше пак, потому что это Шпрот. Шпрот
Шпрот просто обязан хоть быть хоть с какой-то имбой. Вот хоть какая-то имба у него должна быть. Не знаю, сколько у него там этих осколков в мэрии. Ну, два осколка всего. Поэтому вот так вот, ребят. На шпротах тоже бывают чудеса. Поздравляю. Просто вот братский подгон для шпротика. Так, с этим мы разобрались. Ну, сундуки, я думаю, он же сам пооткрывает. В принципе, по сундуках я такое все. Ну, что тут говорить? Вот. Мэри это и есть имба. Одна из имба героев, с которой ему намного проще будет хотя бы справляться в запределе. Возможно, там хоть что-то нафармит. Я не знаю, что он там захочет делать. Вот так вот даже сделаем. Ну, тут, кстати, и скин есть. Книжки у него есть, но книг будет еще. Гашки есть. Там даже скины есть. Даже скин у него есть на косу, которой нету. Так вот. В общем, поздравляю. На 4 люблю тебя. Вот так вот, ребят. Такой вот подгончик. Пишите комменты, ставьте лайки, порадуйтесь за шпротика. Все-таки лайфхаки от шпрота работают. Все, всем удачи, всем пока.